И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в CSGO. Я сегодня стримлю. Сегодня стрим по CSGO. И ты, вот именно ты, вот так вот я пальцем покажу, чтобы прям в камеру. Именно ты будешь смотреть мой стрим по CSGO. И ты поставишь лайк, подпишешься на мой канал, напишешь комментарий. И, в общем, музыка пошла, значит, все работает и прекрасно все. Сейчас будет. В общем, в чем прикол? Я сегодня буду стримить, и это просто я сейчас говорю. Сейчас пойдет уже само видео, так что я не буду никакий монтаж делать. Так что скажу так просто. Прямо сейчас сверни видосик, поставь лайк, нажми на колокольчик обязательно, подпишись на канал Навасов и пиши комментарий под видео. Конечно, пиши комментарии, новые идеи про игры, какие мне игры проходить, и как-то так. Ну что ж, все, можно начать уже. Тогда все, начинаем. Сегодня я буду играть только в напарники, и если тебе будет интересно, то, конечно, я тебе покажу только напарники сегодня. Потому что многие писали, поиграю в напарники. Ну, в общем, не буду тянуть, и мы начинаем. Итак, мы начинаем. Это я настройки настраивал только что. Ладно, неважно. Итак, сегодня я играю в... Как я уже сказал, сегодня я играю в напарники. Сегодня поиграю в напарники. Так, создаюсь пока лобби. Давайте... Блин, надо выйти. Показать вам инвентарь мой. Это обязательно, наверное. Не знаю, да. У меня есть такие крутые скины, как Дух Огня. У меня есть... Самое прикольное, то что я вообще это первый аккаунт, даже на основе у меня еще нет такого такого значка, медали за службу в 2018, у меня его нету еще. Но здесь, на этом аккаунте, это не основа, это просто аккаунт. Именно здесь есть этот значок. Ладно, это уже не важно. Есть Дух Огня прямо с завода, это снова я вывел. Такой интересный скин, но это уже не важно. Так, есть нож. Как же без ножа? Как же я, Навасов, Александр Навасов, как же я буду без ножа играть в Counter-Strike? Это же невозможно. Поэтому я вывел самый такой интересный нож, который мне так показался интересным. Дальше у меня АК-47 аквамариновая месть, тоже сосновый. Вы, может, когда-то помните, я снимал про нее видеоролики, как я ее выбивал, как я с нее играл. Ну, кто помнит, тот... Ее помнят. Это именно она, это не другая, это именно вот она. Да. Так, дальше у меня идет это Глок 18 пустынный повстанец. Тоже прямо с завода. Ну, такой вот интересный тоже пистолет. Дигл золотой карп прямо с завода. Вы его... Нет, вряд ли вы его помните. Не, вы его помните, да. Я с него много раз играл. Так, все. Это все скины. Ну, конечно, я могу еще показать Аук Хамелеон. Он не такой уж дорогой, но все же красивый. Я решил его все-таки вывести, но почему бы и нет. Все-таки какие-то скины-то должны быть. И, конечно же, МК Сайрекс. Хотел вывести там какой-нибудь Огонь Чинтика или какую-нибудь другую МК, но я решил, почему бы мне не поиграть с Сайрексом. Так как данный автомат я уже в игре вижу давно. И поэтому решил, почему бы мне с него не сыграть. Так как я играл на нем мало, на этом автомате, а поиграть все же хочется. Ну ладно, в общем, мы сегодня играем в CSGO. Мы сегодня играем в напарники, как я уже сказал. Долго я, конечно, уже начинаю, но так как это стрим. Я не знаю по стриму, как у меня все это получится. Возможно, у меня все будет нормально, и я нормально все сделаю. Ну а если нет, то я, конечно, извиняюсь и все такое. Ладно. Так, мы начинаем, я включаю, значит, поиск, кто это все видит, тот и видит его. В общем, так, прикол в том, что здесь... Так, окей. Сейчас загрузится. Что-то долго ищется. Как я и обещал, то, что я выложу этот видеоролик этот про стрим, потому что прикол в том, то, что я
По идее, я... почему? Что сегодня такое было? И почему? Я смотрел стримы, снимал стрим с телефона. Что такое могло произойти? В общем, прикол в том, что сломалась дверь. Я не мог выйти из двери. Ну, я был кое-где в... В общем, в одном здании я был. Там сломалась дверь. Я не мог из нее выйти, из этой комнатки. В общем... я там много чего делал, я там звонил мастерам, они приходили меня, открывали, ну, в общем, как-то так, в общем, было интересно, весь видеоролик, если вам будет интересно, я могу выложить, он у меня есть, ну, там долго и особо не интересно, так что, если хотите, я могу самые такие хорошие моменты там смонтировать и выложить сюда, на YouTube, но там, так как там все, ну, происходит в темноте, поэтому не особо интересно, но все же вдруг кто хочет посмотреть, как я оттуда выбирался. Ну, вдруг есть такие люди, подписчики. Ну ладно, это не важно. Сегодня я, как и обещал, делаю стрим. Итак, все. Значит, напарник. Играю сейчас на карте Инферно. Да, с ножом, со своими скинами. Немного лагает, но немного не считается. Ладно, нормально. Довольно-таки хорошо. Громко, но нормально. В принципе, да. Громко, может, чуть-чуть потише сделаю. Здесь, ладно. Немного потише сделал громкость, я не знаю, почему у меня слетел все вообще, поэтому у меня звук, в общем, стал другой, у меня все другое, ладно, не важно, у меня лагает сейчас игра немного. Но это не так уж важно, это, ладно. Это не так уж важно, ладно. Нет, у меня пинг нормальный, 30 пинг, хотя у меня обычно пинг там 10. В общем, этот пинг тоже нормальный. И играть, ну, как бы играбельно, видно, да? Мой ник в игре Good. Я играю с этого аккаунта. Кто хочет посмотреть этот аккаунт интересный, на котором много есть игр, с которым я в последнее время играю. На основе я редко играю, но все же играю. Не в CSGO, но играю. Ну, а так я играю с этой теперь... так сказать, второй основы, потому что на этой здесь у меня много скинов тоже таких интересных есть, но все же это не основа, так что ладно. Так, закупаю 5-7 лесная ночь, это ширпотреб, или я, ну, для меня, по-моему, это ширпотреб, ну ладно, неважно. Так, бежим, сейчас меня убьют. Я потому что все, я же говорю. У меня лагает игра, я не знаю почему. У меня пинг 30. Да, у меня пинг 30. Странно. Это довольно-таки странно. Я не знаю, ребят. Я не знаю. Почему у меня лагает игра? У меня не должна лагать игра, но может из-за записи, может, она не будет лагать. Ну ладно. Я без читов, без слэма, я без ничего. Но у меня есть только такая фигня, которая, в общем. Да блин, опять убили меня, ладно. Убили, ладно, окей. Окей, я сейчас... сейчас, если вот они убили всех... Сейчас я немного настрою. Так, в общем, так, дальше что мы делаем? Дальше, значит, получается здесь. Дальше опять закупаемся, мы Фамас покупаю я. Здесь, значит, беру опять 5-7 лесная ночь. Да, это 5-7. Опять Фамас, сейчас бегу, наверное, на меня кто-нибудь побежит или нет. Не побежит, побежит. Наконец-то я хоть кого-то убил за сегодняшнюю игру. Один вышел, я его сейчас хедшотом убью. Нет, не хедшотом, но я хотя бы угадал, что будет хедшот. Но убил не я. Ладно, неважно, у меня немного лагает игра. Это, наверное, в зависимости от того, как я снимаю, так как это стрим. English. English, please. Я просто вот уже начинаю угорать над людьми здесь, потому что
Я почти так всегда делаю в Counter-Strike, то есть представляюсь американцем или немцем, или англичанином, или кому-нибудь. You Russian? Yes, yes. А, окей. Germany. Germany. Окей. А, мне нужен аук. Отойди. Не выходит. Ладно. Это или дом, или это. Я пока что этого чела добавлю в друзья в стиме. Ладно. В доме! В доме, в доме, в доме, в доме! Помогите. Он в доме сидит. Тихо. Сейчас, наверное, с той стороны выходит. Нет никого. Где он? Да, это... Ой-ой-ой. Откуда? Бомба! А, вышел один уже! Все. Ладно, все нормально. Мы пока что выигрываем. Наша команда выигрывает, а ты продолжай смотреть стримы, не переключайся, если ты его еще смотришь, да. Потому что здесь самое интересное, самые такие интересные моменты в напарниках. И да, я играю в напарнике. Так, один-то он зашел уже. Так, один зашел, один в доме, один вошел в плент. Около плента стоит. Один труп. В доме. Ладно. Сейчас с другой стороны выйдет. Да уже вышли двое. Сейчас хэдшот будет. Сейчас убьет его. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, слепанули. Давай. Убей его. Убей! Убей! Он сейчас выйдет. Так. Давай! Черт. Тихо, пожалуйста, ты меня просто отвлекаешь. Я знаю. Это зачем ты это делаешь? Просто интересно. Видите, я не начал играть, потому что мне прикольнее снимать стрим, чем играть, потому что я в CSGO вообще не играю. Я здесь просто прикал. Бомба, бомба! Бомба здесь. АВП. Кинул мой аук. Минус один. Нет, друг, бери аук. Минус два. Нормально. Закупиться. А, давайте дуал берецы. Били просто жестко. Звоните. На вас. Кстати, ребят, будет интересная та фигня, которую я расскажу попозже, наверное. Ну ладно, я расскажу это сейчас. В общем. Я раздаю нож. Раздаю нож, не скажу какой, но я раздаю просто рандомному человеку, который попадется. В общем, я ему отдам нож. Да. Еще я проиграл, потому что. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим его профиль, так как
скучно все-таки смотреть на то, что там происходит, и неинтересно. Инвентаривать, посмотрим, что это не надо смотреть. Это не то, это вот где-то. Успели посмотреть? Так, ладно. Смотрим. Это не то. Вот, смотрите, у него нормальные скины, то есть есть. У него есть пульс. Это не то. Скумбрия недорого стоит. Это, ну, в основном дешевые скины. Ладно, не важно. Не хочу на это смотреть. Там. Плент. Можно. Можно плент. Ой-ой-ой. Убьет. Уходи оттуда. Ну не отвлекай, ну пожалуйста. Почему? Ну мешаешь же, ну. Я знаю. Ну не делай этого, прошу тебя. Почему? Блять, ну мешаешь, ну ты что, не понял? Понял. Молодца. Так, ладно. Итак, откройте! 94, ты вообще хоть сколько ты дамаги нанес? Нет. Красавчик. Итак, сейчас будет «Откройте!» Сейчас будет, короче, режим «Откройте!», в котором я буду что-то рассказывать. Так. Так. Так, окей. Давай! Дамаг! Черт. Ладно. Окей. Ладно. Не получилось, ладно. Режим не получился, сейчас попробую еще раз. В общем, в чем прикол этого режима? Я должен сделать минус 2, заплатить бомбу и уйти. Я не знаю, почему я так его называл, но неважно, ну ладно. Я все же его попробую выполнить. И если это получится, а это не получится, мы проиграли. И... Да! Круто. Немного камеры вот сюда. Давай, там АВП! Там АВП! Ну ты чё? Если ты орёшь, там АВП, это мне не поможет его убить. Ладно, я скажу. Там АВП. Красавчик. Жёсткая инфа. Спасибо. Там один вышел. В яме один, в яме. Он один всего. АВП. Сейф. А, бомбы нет, ладно. Камбэк? Нет. Хорошо. Чисто. Бот. А, плентим. Ну, бота-то мы убьем? Нет. Потому что это не бот. За него зашел. Все, сдаемся. Я сдаюсь. Мы бота не убьем, он жесткий. Плент. Че, никого нет. Я все чекаю, все плент, чисто. Плент. Да все чисто. Да грязно там. Отвечаю. Отвечаю, плентер, бля, и вот хуй, ты жесткий. А я говорил. Да ладно, мы выиграли. Все выиграем. Да выиграли, выиграем. Ля хаба. Бум. Я его отвлек. Это все я. Сейчас один раунд. Видите, мы... я выиграю, наверное, все-таки этот раунд. Хотя бы ничью. Согласен? На, возьми дигл.
Да нахуй не... Ой, бля. Сори, сори. Хороший дигл. Так. Где-то там в яме или за коробкой, в общем. Или дом. Или коробка. Или за коробкой. Убей. Я его убил. Все nice. Хорошо, мы не проиграли. Так он бивнул, потому что. Че, еще будешь? Конечно. Давай тогда пригласишь. У тебя хоть сколько подписчиков-то? Много, сам посмотришь. Я сейчас снимаю просто. Так, все, вышел, ладно. Я его приглашу сам. Так, ладно. Надо приготовиться так поиграть. Мы должны выиграть. Наша команда должна выиграть, потому что это наша команда, и ты должен посмотреть просто и за это поставить лайк, то что мы не проиграли, а вот я собрался и выиграл на ничью, да, это если бы не я, в общем, мы бы проиграли, да, это правда, потому что если бы я не собрался, мы бы проиграли, это точно. Но я знаю, что бот там, это был бот. Но бот, что бот, мы все равно на ничью выиграли, ладно. Сейчас посмотрим. У нас карты, значит, Inferno, Overpass, Short Dust. И те, кто первый раз сюда пришел вообще в данный момент. Я еще раз повторяю, я играю в Counter-Strike Global Offensive. У нас сегодня стрим только по напарникам. Да, это интересно будет, потому что я сегодня играю только в напарнике. Подтверждение игры что-то не работает. Давай! Ладно. В общем, в чем прикол? Если ты зашел только что на мой стрим или по каким-то причинам промотал этот видеоролик до этого момента, то я рассказываю вам еще раз. Если ты смотрел мой прошлый видеоролик, где я застрял где-то в какой-то комнате, я вам расскажу то, что там была сломана дверь. Вся информация есть на сайте Nubass. В общем, да, nubass.site.pro. Кто знает, тот подпишется, посмотрит. Там, не знаю, даже оценку можно поставить из звездочек. Кому интересно, просто про сайт сейчас расскажу. Интересный сайт, на котором выходят всякие опросы, новости про канал, новые видеоролики, да и разная фигня, короче, розыгрыши. И, в общем, ну, в основном розыгрыши идут в группе ВКонтакте, но это не важно. Главное то, что сайт тоже есть, и он рабочий. Так что, если ты там давно не был, или ты там не был, то там можно зарегистрироваться и получить какой-то даже бонус. Там есть, даже если ты зарегистрировался на сайте, ты получишь несколько монет на моем сайте для открытия кейсов CSGO. Ну, это так, ладно. Кому интересны будут кейсы в CSGO, то заходите на мой сайт navascases.ru. Да, очень интересный сайт, в котором можно вот такие скины выиграть. Просто на халяву, считайте, выиграть все за каких-то 100 рублей можно выиграть такой скин интересный. Ну, если вы постараетесь, конечно, и вы играете постоянно, то играть, выиграть, конечно, можно. Ладно, я все выбрасываю уже, все, просто бы... Хотел смотреть нож. Да твою мать. Это там маме-то привет передать, да? Ну как хочешь. Эй, это мама, привет. Братьям, сестрам, там кому там. Ага, дедушка, бабушка, тетя. Всем. Там, ну короче, всем привет. Хэдшот? Нет. Идет.
Все нормально. 95. На, а то у тебя денег. На, а то у тебя денег на калаш не хватает. Возьми калаш. И еще вот этот пистолет тоже возьми. Ема. Ну ладно. А, мне нужен пистолет какой-нибудь. Такой. У меня просто еще нож. Какой ты богатый. Ну ты не видел мою основу просто. Все нормально. Минус 47. Вообще не прот. Нормально. Я тут просто карты не знаю. Знаю только этот... Оверпас Инферно. Я вообще только на Cobblestone и Реалто играю. Иногда на Инферно. Ай, вышли! Ай, с двух сторон! Ширпотреб. У меня красивые скины. Да. Могу тебе обменять, если ты захочешь. На что мне обмениваться? Не знаю, на что-нибудь. Могу предложить что-нибудь. Песчаные дюны. Пойдет тебе такое? Не, я бы хотел игру. Вау. Ну типа я предметы меняю на игры в Стиме. Иногда. Ой, вышли, вышли. Ой-ой-ой. Ебать, он прифайра не убил. Минус один. О, черт, не того убил. Второй ты там. Черт. Ладно. Нормально. Черт. Бам. Это читы. Да не. Да я просто сейчас с программой играю, тут видно сразу, что читы у него ВХ. Ай, помоги! Ладно. Но HP! 50. Ну ладно. Ну это же Short Dust. Камбэк когда будет? В ничью, да? Ну как тогда? Все понятно. Там вообще не смысла даже выходить, все, он там стоит. На нашей же. На нашей стороне. Да, я же говорил. Так. О, АВП! АВПшечка! Круто! Так, ладно. АВП! Сейчас гляну, что могу сделать с АВП с этим. Ой, жопа! Жопа! Убьет тебя сейчас. Это читы, все. За коробкой. Не-не, там. Здесь. Сошел. Он убил тебя! Ебать. Мы должны выиграть. Камбэк? Камбэк. Ага. Камбэк изотрел. Это просто пистолет.
всего лишь пистолет. Всего лишь. Только он стоит, как весь твой инвентарь. Даже больше. Это как? В смысле? Ну, блядь. Я говорю, у него читы. А мне вообще почему-то ничего не дали. Странно. Почему-то вообще ничего не дали. Опыта не хватает. Найс против калашей. Мне надо вообще до второй звезды. Так, ладно, играем дальше. Погнали дальше. Давайте, грузись, давай. Вот давайте поспорим, то, что сейчас будет оверпас. Я очень хочу оверпас. Но почему-то мне кажется, что будет шортас все-таки. Я не знаю почему. Но возможно будет оверпас. Я очень хочу оверпас. Потому что я играл на Инферно, играл на шортасте и хотел бы оверпас все-таки. Все, чтобы 3 раунда, 3 карты, и как раз под конец видео оверпас. Чтоб был. Но вдруг будет шортаст, и поэтому. Ну, вдруг будет, правда. Ну, бывает такое. Что хочешь одну карту, выпадает другая. Ладно. Так. Может, мне кто пишет там? Ладно, меня уже там. Окей. Ладно. Ждем. Две минуты. А, подтверждение, все. Все нормально. В общем, еще раз говорю, то что если ты только что зашел на мой стрим и нифига не понимаешь, что здесь происходит, то выпала карта Инферно, да. В общем, что здесь происходит, если ты только что зашел? В общем, здесь я играю в Counter-Strike Global Offensive в напарнике. Вот так вот. На стриме, да. Без донатов, без ничего, просто. Просто вот тупо играю, да. Просто вот показываю, как надо играть и проигрывать, да. Это не основа, это не основной аккаунт, так что не пиши там в комментарии, типа, где твоя основа. Основа, основа ждет вас. Видеоролик будет. Идите. Ожидайте. Вот я его даже хэдшот сделал, ладно. Все прекрасно. Плантит. Не знаю, зачем я не сказал. Так. Почему-то я так думаю, что мы проиграем. Да не. Да-да. Азиму! Ну, как бы, есть драгонлор и нет скина... это скилла? Нет? Есть драгонлор, скилла нет. Все правильно. Могу показать Dragon Lore, если хочешь. Давай. Потом. Скин Ченджер, да? Нет. На основе. Ну, если будет интересно. Картинку мне скинешь? Нет. Инвентарь. Ну-ну. Ну ладно. Лестница апарк. Не, никого, чисто. Он там стоит, на лестнице, короче. Чисто, да? Да. Минус один. Саппорт вышел на тебя. На нет, я не верю. Да что ты не веришь, да? Я не верю. Я смотрю на нож. Ну он как бы плантит. Не верю. Ты тупой, что ли? Ты меня обманываешь?
И сейчас не веришь? Я не верю. А где он был? Да, ну. Так, ладно. Ты меня выбесить пытаешься, что ли? Нет. Берешь. Ты не веришь человеку со скинами? Ну да. Не веришь? Не. В апартах один. Я тебе не верю. В апартах двое, походу. Не. Да я уверен. Нет. Апарт. Ха! Да сейчас балкон, короче, выйдет сейчас. Спрыгни, на тебя убьет. Убьет! Я ж сказал, убьет. Вот я не обманул. 98! Ты хоть сколько ты снес? Ему нет. Жесткий. Слушай, а ты когда играть будешь? Как-нибудь попозже. Но точно не сегодня. Ну ты не торопись, в принципе. Да я не тороплюсь. Молодца. Сдох? Нет, я убил! Жесткий! С одним хп. Все, все, апарты. Я тебе не верю. Вышел балкон! А? Да ничего, ничего, уже плентит. Говорю, в яме сидит. Хороший калаш, но у меня лучше. А у меня еще лучше. Был. А. Был. Ой, вышли двое, прям двое вышли, все. Снимай глушитель. Снимай глушитель. 91, да ёб твою мать, ты хоть что-нибудь, ты будешь наносить урона, нет? Нет. Хорош. Все отлично. Замечательно просто. Я не проигрываю, я где-то посередине, между победой и проигрышем. Я не знаю, как так получилось. А, чё, я убил, что ли? Нет. Да, блядь, хватит меня обманывать. Я показался. Ну ты подонок, конечно. Ты мне? Не тебе. Бля, только не бей. Не бей, пожалуйста. По-моему, они в доме. Дайте сейчас вообще минусую сейчас быстро. Сейчас. Ты как выйдешь, тебя сразу убьют. Отвечаю, уходя оттуда. Ага. А, вышел балкон, быстро. Да. Выпрыгнул. Ага, выпрыгнул, ага. Реально. Я его видел. Молодец. Я его не видел, где он? Молодец. Вроде никого. Не знаю. А чё, я опять всех убил? Нет, тебе показалось. Заебал! Какой у меня красивый нож. Дай мне погонять. Давай обменяюсь на игру. Давай, я тебе шерпа, а ты мне нож. Да мне шерпа хватает. Да ладно, давайте кейс тогда. А, какой? Решающий? Все, которые... Решающий момент? Хорош! Не, я вообще стараться уже не буду, все. Давай, я буду в одного играть, да? Так ты так в одного играешь. Хватит меня подъебывать, пожалуйста. Да серьезно. Че, убил что ли? Не, меня просто убивают здесь, стреляют. Да. Калаш. Убили. А ты хоть что-то делать будешь? Я пытаюсь, видишь? Ой, бля. Ты
Если бы я опоздал на секунду, ты бы сдох. Я бы проиграл. Но я этого не сделал. Ну что, ты готов шерпот на этот обменять? На нож. Не-не-не, я на игры только. Это выгодный обмен. Не. Да. Чё, как стоится, хорошо? Охуенно. Ну там чисто вообще. Они в яме сидят. Слушай, тут семечки валяются, давай подождём. Нет, тут солнце, просто я в тенёк зайду. Темная сторона карты. Сейчас отвечаю, выхожу на балкон, меня убивают. Давай, давай. Нет, не отвечу. Он в яме. Не, показалось. Показалось. Да, тебе вечно кажется. Да не, он здесь! Ты в кого там стреляешь? В куриц? Да, курица это зловещие враги просто. Они меня бесят, как и ты. Я-то нормальный. Ну. Это просто у тебя галил. Шерповый. Ауч, 56, танкуй. World of Tanks, давай. Давай. По-моему, это стреляет аук. Да не. Да меня сейчас убьют просто. Сзади. В жопу. Да. Минус. Не скажу сколько. Давай начнем играть уже. Да ну, не шутишь? Ну ты просто не начинаешь так долго уже. Ну да, да. Кто же еще? Ну ты должен тащить вообще. Не? Ну почему тебя опять убили? Это я сказал заранее. Shut up! Это я сказал заранее. Ну ты стучил, ну конечно. Ну конечно. Может, ты играть будешь, не? Такой же вопрос к тебе. Может, ты играть блин, будешь, я не? Я играю. Где? Я хотя бы World of Tanks? Ну да. Ну почему ты проиграл опять? Вы начинаете играть. Не знаю, может, потому что ты сдох. Сейчас убью его. Нет, не убил. Тебе конец. Сзади. Яма. Сзади. А, ты сдохнешь. Да я знаю, знаю. Ты не знаешь. Shut up. Пух, тебя убили. Я уже знаю будущее. Shut up, please. Найн, свайн, драйфие! Сосать. Это Лёшки всего лишь азимов. Это мой азимов, да. Нет. Да, я его покупал. Да ладно. Да не. Сейчас отниму мой. Его у тебя. Короче, убью да сейчас тебя ясно же. Все, мир. Что такое мир? Моя прелесть. Мне показалось, или ты говоришь... Мир. Ты что там убил или мне показалось? Ну ты где, ёб твою медь? Ага, бегаю здесь, а чё? Красавчик, жесткий мэн. Слушай, чё мы проигрываем? Нет, папа. Почему мы проигрываем? Ну, может, потому... Может, у тебя счёт 4-12? 4-12. На что-то похоже. Давай плётку купим, затащим. Зуб дыра. Давай.
Вообще-то он там сидит, в яме. Это не важно. Потому что тебя уже убили. Shut up, сука. И это не тебе, не тебе. Курица? Да, тупая курица. Тебя сейчас убьют уже с той стороны, ладно. Ну хорошо, давай меня убьют. Раз ты так хочешь, все, давай меня убьют. Какой у тебя некрасивый нож. Это этот М9 Байнет, это ну гамма, что там еще-то есть. Да это просто Counter-Strike-овский стандарт. Nine. Потеряю, плетку потерял. Так я специально выбрал, чтобы проиграть. Сейчас будешь ваить, да. Давай, 18 секунд, давай. Тебе повезет. Но не в этом раунде. Shut up! Беги на него с ножом просто. Ну вот, все. Изи. Да вообще изи, все. Это звание дали, все хорошо. Да, 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 у меня этот коллаж, да, звонок. Когда ж мне дадут две звезды, я прям уже жду так. Долго уже. Ладно. Я тоже. Я еще Сильвера жду. В общем, всем спасибо за просмотр, то, что ты был на моем стриме. Если тебе понравилось, то ставь лайк, подписывайтесь на мой канал Навасов. И если ты подписался на канал Навасов, то обязательно пиши комментарий под этим видеороликом, а именно продолжать ли мне снимать видео такого типа или нет. Я подсчитаю, сколько комментариев за, а сколько против. И будет у меня решение, снимать ли дальше такого формата видеоролики или же нет, снимать что-то другое. Потому что идей у меня много, и поэтому просто я буду ждать твоего комментария. В общем, всем удачи и всем пока. До встречи в следующем видеоролике, который выйдет уже, не знаю когда. Когда-то, может, через несколько дней будет. Я ничего не обещаю, я просто говорю, что возможно выйдет через несколько дней новый видеоролик. В общем, всем удачи и всем пока!